там починить. Что у нас починить? Да. Всем привет. Привет, на канале путешествия. Опять в бассейне динозавров. Ты снова в бассейне динозавров. А что у тебя здесь такое? Мастер. А, ты маленький мастер. Ты пришла чинить бассейн? Да. Что, он поломался? Да. Кошки порвали? А? Кошки порвали? Да. Знаете, мастер, почините нам, пожалуйста, горку. Посмотрите, пожалуйста. По-моему, она немножко криво стоит. Может быть, какую-то ножку нужно подчинить? Вот. Или правую, или левую сторону. Посмотрите своими инструментами. Проверьте, пожалуйста. Мне здесь это поломано. Ну, вы мастер, вам виднее, что нужно делать. Работает, иногда проблемы возникают. Вода плохо идет. Посмотрите, пожалуйста, что с фонтаном. Вода должна лежать. Они просто на нем поломались. Они, да, они сгорели чуть-чуть. И вот здесь вот фонтан, где вода выходит, там тоже проблема. Бассейн сойти. Пожалуйста, как вам удобно, заходите. Включай сегодня фонтан. Да, мы включали, но вода почему-то плохо и шла, поэтому мы вас и пригласили, чтобы вы устранили все неполадки. Так, так, так. И новый поставить вот это. Да, пожалуйста, делайте. А это надо надувать инструмент. Все. Там была поломка эта. Это поломка? Да. Вы устранили эту поломку, да? Здесь тоже посмотрите, пожалуйста. Да, здесь тоже иногда вода плохо идет. Проверьте, пожалуйста, здесь. Да, да, да. Откуда вода идет? Здесь? Нет, сверху. Сверху? А, да. Там мне что-то застряло. Это застряло? Да. Камень маленький. Маленькие камушки. Сделайте, пожалуйста. Вот это снять нам. Шик. Розовое поставить. И дырки сделать. И дырки. А вот это вы узнаете. Вот. Ой, спасибо большое. Но вы знаете, у нас еще одна неполадка есть. Вот здесь крепления, видите, там они плохо держатся. Проверьте, пожалуйста, почему. Может быть, нужно починить. Попробуем. Пожалуйста, посмотрите. Ой, там один, там одна дырка. Дырка? Да. Что можно сделать? Клеить. Да? Вы сделаете? Да. Спасибо большое. Вот, и скотч.
поломки за одну минуту исчезают. Огромное спасибо. А у вас есть баллаж? Ну, вы знаете, да. Здесь тут, конечно, такая маленькая проблемка. Видите, плохо закрывается, плохо открывается. Проверьте, если у вас еще есть время, проверьте, пожалуйста. У меня сейчас много времени, очень много. Тогда проверьте, пожалуйста. Вы здесь не скосина на той, здесь не скосина на той, и они чуть умочи, и меньше, и вот это очень, и это, чтобы вы очень далеко пошли, и поэтому так. Так, вы сделайте, пожалуйста, что нужно, чтобы хорошо работало. Пила ваш любимый инструмент, мастер? Здесь один из его. Молоток. Вот это. Привет. Ой, да, длинный. Вот еще у меня. Да. Ой, длинный у меня убежал. Пила. Вот у меня еще что? Отвертка. Вот. Разводной ключ. Гвоздики. Да, гвоздики, пультики. Гвоздики, пультики. И крутить, закручивать. Да, вот. Это что, кораблик? Кораблик. Наверное, вы что-то ремонтируете, да? Спасибо большое, мастер, что отремонтировали наш бассейн. Устранили все неполадки. Если хотите, можете поплавать. Беру ваш чемоданчик с инструментами. Чтобы... Он еще прыгает. Прыгает горка, да? Один мячик убежал у вас. Один мячик?
еще шарики убежали? Да, много шариков убежало. Да и все на место положили. Боже мой, на место. Боже мой. Помогите мастеру. Сразу можно сюда забрасывать. Ой, вода идет. Вода выливается. Вот так. Еще там. Еще? Еще осталось. Все, вроде все начали собрать. Да. Ой, ой. Большое за то, что помогли нам починить наш бассейн.